Всем привет! Уже третий выпуск передачи «Славянские корни». Сегодня мы разберем, что означает слово «обезьяна», и поищем славянские корни в английских словах, в некоторых английских словах. Вообще, почему я взялся за обезьяну? Есть много слов, которые сейчас воспринимаются просто как набор звуков. Вот, обезьяна, а что оно означает? А в старославянском было слово «обесити», что означало повесить. Вот в летописях можно встретить, что такой-то князь повели их обесити, то есть повесить. И вот обезьяна, получается, это от обесити. Обезьяна та, что свисает. Действительно, это очень меткое наблюдение. Теперь поищем славянские корни в английских словах. Но сначала небольшое предварение о том, как легко одни звуки переходят в другие. Вот, например, Г легко переходит в Ж. Например, Бог, Боже, пугать, пужать. Хотя, казалось бы, ну, Г не похоже на Ж. И вот в английском тоже буква G, она читается то как Г, то как G. Ну и вот возьмем слово gold, gold, золото. Если мы заменим вот это вот G на в слове gold, если мы заменим первое G на G, мы получим желт. Желт, желтый. Вот, вот вам и славянский корень. Сразу замечу, что желтый, он близок и к золоту. Желтый, золото, злато. Желт, злато. Вот, теперь слово talk, английское. Пишется оно talk, talk. Пишется, но читается как talk. И вот какой talk, говорить, толковать. Есть же славянское слово толковать, толк, толковать. Вот он славянский корень. То есть английское talk — это вполне славянское слово. А теперь возьмем слово fast, быстрый. Ну, казалось бы, что тут такого славянского? У нас быстрый, у них fast. Но вот это вот F, она, если ее произносить чуть по-другому, она переходит в V. Получается уже vast. B очень, ой, V очень легко переходит в B. V в B. Получается уже bust. Быстрый и bust. Вот получается fast — это размягченный очень быстрый. Bust, fast. Быст, bust, fast. Вот так и образовалось слово fast. Из существенно расплавленного быстрый. На этом все. До новых встреч в славянских корнях. С вами был Петр Семилетов, народный языковед.